Машина времени всего лишь миф, но для того, чтобы перенестись на пару столетий назад, она вовсе не нужна. Достаточно потратить пару часов и оказаться в Старом Свете и в одном из неповторимых его городов, столице Австрии, Вене. Старинный город встретил нас, распахнув двери легендарного Гранд-отель. Шагнув на порог этого фешенебельного пятизвездного отеля, посетители, как и 142 года назад, погружаются в атмосферу роскоши, неповторимой красоты и высочайшего комфорта. Уже с первых минут знакомства можно сказать, что стены гостиницы впитали в себя дух и традиции австро-венгерской монархии. Поражает и то, что современные веяния, а здание было полностью реконструировано в 2004 году, совершенно не испортили духа старой Европы, а лишь придали изысканному стилю нотки современного вкуса. Отель расположен на Рингштрассе в двух шагах от Венской оперы и пешеходной улицы магазинов Картнер-стрит. Здесь останавливались и президент СССР Михаил Горбачев, и президент России Владимир Путин. Можно долго читать путеводители перед поездкой в австрийскую столицу Вену. Даже очертить маршруты, посвященные музыкальному наследию, архитектуре, искусству или отдыху с детьми. Мы же сегодня представим вам Вену красивым и душевным городом, полным гастрономических традиций. Безусловно, для того, чтобы почувствовать город, нужно быть с ним на одной волне, уловить его ритм, проникнуться атмосферой. И если вам посчастливилось приехать в Вену в выходные, начните свой день с посещения рынка Нахмаркет. Затем обязательно загляните на уникальный блошиный рынок Плея, расположенный по соседству. Кто знает, возможно, вам улыбнется удача, и вы найдете здесь нотные тетради молодого Моцарта. И уж чтобы не переноситься в наши дни, знакомиться с городом лучше всего, сидя верхом или в карете, которая здесь называется фиакр. Часовая прогулка по центру Вены и персональная экскурсия от настоящего знатока города окончательно заставят вас поверить в существование машины времени. А прокатившись по Вене прошлого, вы, безусловно, проголодаетесь. И начинать свое знакомство с венскими гастрономическими изысками мы советуем с небольшой уютной кофейни. Кофе для жителей Вены – это неизменный атрибут. В каждом заведении найдется не меньше 10 сортов кофе и еще пара дюжин десертов и тортов. Если чертить кофейный маршрут по городу, то лучше останавливаться в традиционных заведениях, без которых уже невозможно представить венские традиции. Отдельного внимания заслуживает кафе «Демель», ведь оно ведет свою историю с 1786 года. На протяжении многих поколений здесь сохранялись рецепты приготовления различных тортов и пирожных, конфет и десертов. Welcome to Cafe Demel in Vienna. Добро пожаловать в кафе «Демель» в Вене. Мы производим много пирожных, сладостей и шоколада. А вся наша упаковка сохраняет давние традиции, которым уже больше 100 лет. Самый знаменитый торт – это торт «Анна Демель», названный так в честь одной известной дамы хозяина кафе Анны Демель. Еще одно знаменитое место с богатым ассортиментом венских традиционных десертов – Гранд-кафе в Гранд-отеле. Фирменным тортом здесь считается гипфель или зебра, менее калорийный и шоколадно-приторный. Таких тортов ежедневно продается не менее 300. Каждый упакован в жестяную коробочку, так что гипфель можно съесть самому или преподнести в подарок. Впрочем, всевозможные гипфели и чародейки, конечно, уходят на второй план рядом со знаменитейшим на весь мир австрийским десертом – яблочным штруделем. В замке Шонборн для туристов устраивают ежедневные шоу, наглядно демонстрирующие, как правильно приготовить это вкусное лакомство по традиционному рецепту. Понадобится мука, соль, яйца, вода и растительное масло для теста. Тесто раскатывают на вертящемся столике, покрытом специальной скатертью. Оно должно быть таким тонким, чтобы сквозь него можно было читать газету. Начинка изготавливается из порезанных очищенных яблок, сахара, изюма, лимонного сока и иногда орехов. Далее важно правильно разместить начинку, обрезать края теста и одним жестом завернуть все это в рулон. Именно этот рулон с начинкой после выпекания в духовом шкафу превратится в настоящий венский штрудель. И пока вы не попробуете его в Вене, не говорите, что вы знаете вкус этого лакомства. Ну что же, приятного аппетита!
Наряду с Францией и Италией Австрия удерживает звание страны гурманов. А владельцы ресторанов, виноделы и фермеры год за годами привносят новые штрихи в самобытную австрийскую кухню и, можно сказать, довели ее до совершенства. Традиция венской кухни будет неполной, если вы не попробуете тафельшпиц. Это блюдо выдает руку мастера во всем, начиная от процесса приготовления яства и заканчивая сервировкой столов. Не зря в ресторане все столики заказаны на неделю вперед, начиная с открытия заведения в 11 часов. Но показав своему гостю тафельшпиц Марио Плачуте, гостеприимные австрийцы будут весьма довольны. Тафельшпиц – это комплексное отражение домашней кухни, где основными ингредиентами являются качественное мясо, овощи и искусство шеф-повара. Но удовольствие от этого блюда будет неполным, если не знать, как правильно есть тафельшпиц. Для начала нужно перелить суп половником из кастрюли в чашку и насладиться великолепным бульоном. Затем мозг из косточки намазать на поджаренный хлеб и съесть это, предварительно приправив его солью и перцем, а в довершение переложить мясо из кастрюли в тарелку и съесть его с наслаждением вместе с фирменной жареной картошкой, овощами, луковым соусом и хреном с яблоками. Еще один хит австрийской кухни – венский шницель. И как нетрудно догадаться, только здесь это блюдо готовят именно так, как нужно. Одним из главных секретов является высочайшее качество мяса. Каждый день мы получаем свежее мясо. Ну, помимо этого, мы знаем, как его готовить. Это особый секрет. Важно, что когда шницель изготовлен, он должен попасть на стол самым коротким путем, чтобы как можно быстрее оказаться в тарелке посетителя. А самым венским из всех венских можно считать только большой шницель в ресторане «Фигельмюллер». А еще мы совершили небольшой экскурс в винный погреб, чтобы рассказать вам о красных винах Австрии, отличному дополнению к знаменитому мясному блюду. У нас есть специальное вино к шницелю. Оно называется «Прилатен», купаж в котором из муската, рислинга и траминера. Я хотел бы подарить вам это вино, и надеюсь, оно вам очень понравится. Не забудьте оставить немного места и для удивительного и очень популярного венского десерта – императорского омлета «Кайзершмарин». Австрийский канцлер Франц Иосиф впервые попробовал его во время охоты, и теперь этот калорийный десерт одинаково популярен и у горнолыжников Тироля, и у столичных жителей. «Кайзершмарин» подают на стол со сливовым вареньем и приправляют ромом. Ну а после обеда самое время осмотреть город. Как поступить, чтобы увидеть Вену с разных сторон? Предлагаем авторскую идею на этот счет, которая прежде всего пригодится любителям 2-3-дневных визитов. Итак, представляем точки для обязательного посещения. Это Дунайская башня, парк Пратер и дом архитектора Хундервассер. Парк Пратер – уникальное место. Здесь расположен один из символов Вены – колесо обозрения. Парк был построен на месте бывших охотничьих угодий и очень полюбился горожанам. Гигантское колесо обозрения было открыто здесь 3 июля 1887 года, и жители Вены стекались толпами, чтобы посмотреть на город с 60-метровой высоты. Прошло более 100 лет, а популярность колеса обозрения и парка Пратер не ослабевает. Еще одно уникальное место в Вене – деревня Хундервассер. Идеи архитектора наилучшим образом представлены в этом объекте в виде своеобразного комплекса развлечений для туристов. Смесь авангарда и технологий является отражением позитивного видения мира, которое редко кого оставляет равнодушным. Дунайская башня является одним из самых популярных мест для посещения в Вене. В хорошую погоду со смотровой площадки, расположенной на высоте 252 метров над уровнем города, открывается потрясающий вид на столицу и Дунайскую равнину. Хорошо видны районы виноградников на юго-западном склоне Венского леса. Великолепно организованная круговая панорама, зал ресторана делает полный круг за 20 минут. Наблюдая с высоты Дунайской башни за винными плантациями пригородов Вены, невольно возникает желание разобраться с темой австрийского виноделия. Вена – единственный город в мире, в границах которого имеется самостоятельный винодельческий регион с площадью посадок винограда более 700 гектаров. А теперь попробуем наше знаменитое вино «Вилтлинер». Это легкое вино.
Оно немного острое, с нотками фруктов. Идеальное сочетание для домашней еды из Хойригер. Ведь пища здесь тоже довольно-таки острая. Грюнер Фельдлинер – главный белый сорт винограда в Австрии. В 20 веке использовался для купажей, а сегодня полностью утвердился в своем превосходстве. Сейчас на долю этого сорта приходится треть. Вот так буквально за пару дней вы сможете приобщиться к настоящим австрийским ценностям, насладиться памятниками архитектуры и попробовать вкуснейшие блюда местной кухни. Но Вена не стала бы для нас той самой Веной, если бы мы упустили тематику отелей класса люкс и всего того, что их окружает. Удивительный гурманский ужин в Гранд-отеле – необходимый атрибут нашей гастрономической поездки. Самым знаменитым венским рестораном в путеводителе Галт Мелау отмечен ресторан «Ля Сьель», предлагающий уникальную по своему изяществу смесь классической венской и французской кухни. Большое значение здесь придается свежим продуктам, а в меню всегда присутствует сезонное предложение. Прогулка по вечерней Вене – отличный способ развеяться перед сном и переварить все те впечатления, которые подарил день. Город купается в огнях, и все то, что мы уже видели днем, предстало нашему взору в совсем ином свете. И уезжать домой совершенно не хочется. И здесь есть только один классический рецепт – вернуться в Вену снова. Наша система функциональной подготовки позволяет подготовиться к поездке в горы всего за 10 дней и наслаждаться отдыхом. Тренируемся каждый день. Грамотно спланированная нагрузка позволяет избежать перенапряжения, развить координацию, силовую выносливость, а также развить навыки стабилизации. Хотите стать стройным и красивым? Присоединяйтесь!